Давайте еще раз поприветствуем группу Шашу. Теперь сам зажигатель, испанский танец. Добрый вечер, друзья, добрый вечер всем, здравствуйте, аплодисменты! Здравствуйте, дорогие гости, здравствуйте, гости Самира и Ханым! Давайте поаплодируем этим очаровательным молодым! Громко, громко, громко! Отлично, отлично! Мы видим, настроение у вас уже довольно-таки приподнятое. Спасибо нашему замечательному Ровшану. Мама, у мамы есть спецзаказ. Мама, мы знаем про ваш спецзаказ, мы в курсе. Все, окей. Итак, друзья, для того, чтобы понять, насколько вы любите наших молодых, мы еще раз попросим вас похлопать. Похлопайте, чтобы стало веселее. Все вместе, не стесняемся, аплодируем громче, свистим и кричим. 3, 4, аплодисменты! Отлично! Ну и давай, наверное, к главному вопросу перейдем, где будут жить молодые, да, после сегодняшнего? Да, дорогие друзья, кто считает, как считает, где будут жить молодые после свадьбы? Есть варианты? Можете кричать громко, если можете кричать, выкрикивать. Где будут жить молодые после свадьбы? Ваш вариант? Где? В Чиликимире? У родителей? Хороший вариант. У родителей вариант вообще отличный. В Каскелене? Где, где? В Казахстане? Ну давайте, все, ребят, в Чимкент переезжайте завтра. Все, нормально.
Еще варианты есть? Амрах, у тебя есть варианты, где они будут жить? У мужа в доме? Ну, почти. Вот смотри, какой в мире любви, Амрах, говорит, будут жить молодые после свадьбы. Молодец прям. Еще есть варианты у кого-нибудь? У вас есть? У вас есть варианты? В новом доме. В новом доме. Арук, мама говорит, они будут жить в Омской Одессе. Поаплодируйте маме, друзья. Ну, мне кажется, это будет самый правильный, адекватный. Кто, как не мама, может знать, где будут жить ее дети? Просто скажите мне. Хотим пригласить коллег очаровательной мамы Самира. Да? Да. Все, отлично. Такое удивленное. Да, конечно. Где ваши коллеги? Мамины коллеги. Пойдемте. Можно нам отбивочку на выход, коллег? Друзья, коллеги, мамы, пойдемте. Молодые Самир и Ханум, желаем вам, естественно, здоровья, счастья, как можно больше детей. Любите, уважайте друг друга. Сегодня вы переходите определенный рубеж в своей жизни. И вы должны понять, что это не вечный праздник, а это ответственность какая-то теперь у вас должна быть друг перед другом. Уважайте, любите друг друга, прощайте. А мы вам желаем долгих-долгих лет счастливых. Самир, Ханум, я вас поздравляю с бракосочетанием. Желаю вам счастья, благополучия. Цените и уважайте друг друга, любите и уважайте все. Спасибо, Минай, Бали, счастья вам, благополучия. Самир, Ханум, поздравляем вас с праздником. Мы желаем, чтобы Ханум оценила, какого супруга она получила, с очень активной жизненной позиции, очень целеустремленной. Он достоин уважения, и мы очень любим его за то, что он сам по себе очень, скажем так, умеет достичь цели. Вот. И мы хотели бы, чтобы Ханум это очень оценила, и чтобы ваш семейный корабль не разбился, а быт. Поддерживай, пожалуйста, его. Он очень много может достигнуть. Любви и счастья вам. Уважаемые коллеги, вы все? Нет, подождите. Самир, поздравляю вас. Счастья, любви, здоровья. Коллеги, уважаемые, вы все? Друзья, давайте поаплодируем за такие теплые слова в честь адрес, в честь молодых. Ну а сейчас по нашим традициям, после хорошего тоста, нужен хороший танец. Вперед на центр танцпола! Пойдемте, пойдемте, не стесняемся. Желающие поддержать могут выйти и поддержать.
Сал-Чок, Сал, присаживайтесь на свои места. Аплодисменты, друзья, пожалуйста, давайте поаплодируем все вместе коллегам нашим. Мы предлагаем всем оторваться от своих столов, выйти на этот танцпол. И потанцевать. И потанцевать. Подожди, что случилось? Они? Давай после танцев они. Они как раз готовятся. Да? Ну позовем друзей там, да? Пойдемте. Нет, говорит, танцуем. Давай после танцев, будет это нормально. Все, танцуем, поехали, музычка. Mi alma te llama.
Спасибо, спасибо огромное. Поаплодируйте себе, похлопайте, похлопайте. И потихонечку занимайтесь свои места. Но я хочу попросить коллег Самира, всех намадовцев, остаться здесь. Присаживайтесь, присаживайтесь, дорогие гости. Будем слушать дальше поздравления от коллег, от друзей, от всех близких Самиру и Ханым. Дорогие Самир и Ханум, вы такая красивая пара, вы просто замечательная. И я думаю, что ваша семья будет столь же красивой, столь же замечательной и, главное, дружной. Понимание вам, счастья, любви, радости и много-много-много детишек! Ура! Уважаемый мой самый любимый партнер, я поздравляю. Я поздравляю с этим знаменательным днем. Я желаю вам счастья, здоровья, много денег, здоровья вашим родителям в первую очередь. И много-много детишек. Сегодня все огни Алматы светят только в вашу честь. Скажи мяу. Ау, скажи. У нас есть такой маленький ребеночек, который как символ для вашей семьи. Посмотрите на него. Ау. Самир, Ханым, поздравляю вас сегодня с бракосочетанием. Желаю счастья, благополучия. Дай Аллах вашему здоровью, вашей семье, чтобы у вас все было хорошо. От нашей семьи большой привет, особенно от дочки. Дорогой Самир, Ханум, я вас поздравляю с этим днем. Пускай ваша семья будет счастлива. Живите в понимании, в любви. Удачи вам, успехов. Остальное все заработайте. Ну что, дорогой Самир, я же тебе говорю, что ты дорогой. Ну давай, я тебе желаю самое главное семейного взаимопонимания, любви. Что касается работы, ну ты сам знаешь, да, следующий год, я думаю, у нас будет особенный такой, да, прорывной. Поэтому давай, я тебе желаю, чтобы у тебя в семье всегда был мир, покой. Поэтому, так, когда в семье все хорошо, на работе все еще лучше идет. Давай, дорогой, за тебя. Дорогие Самир и Ханума, я поздравляю вас от всей души. Желаю вам самое главное – здоровья, счастья, чтобы вы всю жизнь пронеслись рука об руку. Дай Бог здоровья вашим родителям, всем вашим гостям. Счастья вам, любви и долгих лет. Самир, я говорить не умею, но я хочу прочитать стихотворение. Любовь – вопрос бесспорно сложный, в невыясненных циклах лекций. По-моему, любовь похожа на опыт пересадки сердца. Все как кромешный день творенья. Она судья, она ваятель, нечистота и вдохновение, как в хирургической палате. Она должна пройти сквозь где-то назначенное ей мастерство, отъединяя мрак от света, инерцию от постоянства. Должна пройти сквозь бестелесность, свою же сущность отвергая, почти погибнуть и воскреснуть, чтоб продолжалась жизнь другая. Я желаю тебе счастья и большой семьи.